26 января под председательством главы Десногорска прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На этот день нарастающим итогом в Десногорске зафиксировано 1861 случай ковида. Выздоровело чуть менее 80%. Положительная динамика по выздоровлениям отмечена в городской медсанчасти. В ковидном госпитале находится 50 человек. Еще 50 коек остаются свободными. Посмотрим в течение этой недели, если ситуация останется более-менее стабильной, то с 1 февраля возобновим работу отделения профпатологии и сократим количество коек до 70. В Десногорске продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Ее проводят 4 бригады медиков, 2 из которых выездные. На 26 января привито 614 человек. Темпы мы набрали достаточно большие, поэтому пока дополнительная вакцина к нам не пришла, соответственно, эту имеющуюся вакцину, до конца недели или до начала следующей недели мы ее используем. А в остальном работа продолжается. Стабильно неплохой остается эпидситуация в школах. На дистанционной форме обучения из-за ковида находится 5 классов. Это более 100 человек. По причине других заболеваний отсутствует 8% учащихся. По работникам школ и дошкольных образовательных учреждений также процент заболевших на сегодняшний день не очень высокий. Поэтому пока держимся. Мероприятий массовых не проводим, все в онлайн-режиме. Введенные особые эпидемиологические меры в городе и области остаются актуальными.